Посмотрите, как красиво. И там такая надпись Nike. Сейчас будет. Смотрите, смотрите, смотрите. Nike. Крутой у них магазинчик здесь, да, Зай? Да. Мы же здесь были клёвые. Мне так страшно. Я смотрю в камеру и не вижу, где пол заканчивается. Ага. Ну что, погнали, у нас час. Погнали. Так, Лёша хочет показать классный костюм. Еще Лисе нужно всего набрать. Пойдем, Зай. Пойдем, любимая. Так, Леша примеряет костюм Adidas. Ребята, он классный. Вы, наверное, уже заметили. Видите, вот такие вот маленькие значочки Adidas. Они еле заметные, но, блин, когда приглядишься, это просто, просто бомбито. Красиво. Так, Алиса выбрала себе фиолетовую футболку. Вот такую, да, хочешь? Хорошенькая. И вот такую кепку. Алис, какой размер ты взяла? Скажи, пожалуйста. М. Бери XL. И Эльку бери, чтобы она болталась на тебе, как ты любишь. Слушай. Четко? Футболку можно не брать. У меня футболок. У тебя таких футболок, блин, вагоны маленькая тележка. Короче, нормально? Нормально. Отлично. Все, костюм берем. Костюм. Застегнись, хорошо. Пожалуйста. Точно хорошо? Больше не надо? Нет, нет, ни в коем случае. Ну все. Все, берем. Клёвый, красавчик, да? Да, клёвый. Что, ли ништяк? Ништяк. Лёш, хорошо. Ну, мне кажется, чуть маловато. Ну, блин. Не надо. Не меньше, надо тебе больше, да? Больше не надо. Точно не надо? Не надо. Не собираешься поправляться? Нет, наоборот. Ладно, так. Подожди. И вот такую кепку Леша хочет взять. Да, тебе хорошо, Зай, на лето. Ну, она что-то... Ну, чуть-чуть торчит сзади, ну что теперь? Не, Леш, нормально, на лето норм. Мне кажется, нормально. Не такие? Нет, не бери, Леш, такие. У нас тепло, блин, в Краснодаре. Вот, может, чем такое? Вот ты же вот такое заказывал? Я вот такие заказывал, папе такие. Да, у папы такие. Сколько стоит сейчас? 659 дирхам. Не хочешь 660... взять? Ты же хотел. Я их за столько же. Ну вот можно взять вот с такими полосками. Видишь, есть светлые, есть черные. Вот у папы, по-моему, вот такие. Да, 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 да. Кстати, ну они все такие, видимо, там. Вот эти классные, Леша. Mm-hmm. Вот эти классные, да, у тебя под все подойдет. Видишь, белый цвет этот на контрасте. 659. Да. Примеряй. А я хочу вам показать, ребят, вот такие вот кроссы. Блин, ну, я не знаю, Леша от них плюется. Ну, блин, своеобразные. Вот это вот необычные прям вообще. Что, примерим? Леша примеряет кроссы, ему вот такие очень нравятся. Он такие заказывал из Америки, но они ему немножко не подошли. Да, он папе отдал. А себе теперь берет чуть-чуть в другом цвете, но здесь полоски белые, белые какие-то серенькие, бело-золотистые, что ли, даже. Да? Берешь? Да, на да. Обе ноги примерил? Вот, нет, на одну. А может, на две сразу, а? Ну, он ложку не несет. Давай ложку. Так, по-моему, Леша очень доволен. У него получается классный костюм. Пойдем. Ну вот, ребят, ну вот это же тоже Adidas. Эксклюзив. Слушай, я оделся за 10 минут. Да. Да. Which side are you looking, sir? Эль. Эль, окей. Ты пострею спереди, сзади, да? А давай посмотрим. Ага, а сзади? Она просто без ничего. Отлично. Ребята, Лиса хочет в этом сейчас сразу и пойти. Ты крутышка у нас. Ты такая красивая. Берем? Да. Ага. А, да, получите. Пойдемте в магазин игрушек. Магазин игрушек? Пойдем. Алис, тебе этот цвет идет. Аккуратно, стой. Там люди ходят. Ох, ох. Так, ребят. Мы нашли Хамлис. Мы очень торопимся. Так, мы нашли Хамлис. О, здесь, как всегда, представление. Bubbles. Bubble Blaster, man. Так.
Что ты хочешь, Алис? Но мы не будем их собирать. А вот где их сделали? Да. Вот они. Она хочет набивную игрушку? Успеет. Ты уверена? Да. Ну хорошо, пойдем, давай скорее, если есть место свободное. А там еще есть, кажется, игрушка. Давай, 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 давай. Смотри. Тут уже одежда, да. Кстати, можно лунтик. Аксолотль. Это аксолотль. Это лунтик. Нет, аксолотль. Короче, ребят, Алиса за свою жизнь набивала целую кучу игрушек. Я не знаю, мы уже заказывали двух лошадей, луну заказывали, еще каких-то игрушки, еще какие-то игрушки заказывали. В общем... Она спрашивает, надо сердце, звуки. Там, сердце, да, звуки. You can put two, mom. This is the heartbeat. Hold it. Heartbeat тебе надо? Yes. Heartbeat. Yeah. Uh-huh. You can put the sounds also like привет. Ага. А, ну и записать можно. You can put the sounds also. You want this? Ты хочешь? Или сердце? You can put two. Только two. Ну, только одну. Only one. Only heartbeat. Так, зайка. Я с Алисой больше не могу. А, вот из этого. А, smell. Запах, Алисе. Bubblegum или strawberry? Bubblegum and strawberry. Strawberry. Ты что, другую игрушку уже думаешь выбрать? Можно мини-аксолотля тогда this. Уж. Лягушка, this. Что ли? Yes. Лягушка? Two colors, this one and this one. Okay, let's go. Ты уверена? Лошадка, Алиса, аксолотль, малыш, смотри, какой хороший. Нет? А лошадку не хочешь? Не, лошадку не хочешь, лягушка нужна. Вот, такое чудо. Короче, тетя сейчас тебе набьет. Я вот здесь вставлю. Нет, Леш, ты мне дашь, в руки мне дашь. Okay. Кому ты это хочешь? Просто поставлю. You can put it here. А? You can put it here. Yeah. Here? А. Да вот. А, вот здесь, вот здесь. Окей, thank you. Thank you. Давай. Давай, 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 давай. Какая приятная женщина нам попалась. Фиолетово, Алиса, фиолетовым с фиолетовой лягушкой, да? Ты поплотнее хочешь? Сильнее? Мягкую, soft or strong? Средний. Средний, medium. Угу. О, сейчас, смотрите, вот вставили сердечко, сейчас затянут. А, еще smell. Ты какой выбрала аромат? Bubblegum? Или, стробери? Стробери, ага. Ой, будет пахнуть вкусно-вкусно. Окей, хагет. Мне пендахбит. Он бьется. Бьется? Мягкие, мягкие. Да. Нормально на мягкость? Все, оставляем, больше не... Тут немного побольше. Понюхай. Yes. And, yeah, ой, еще можно сердечко положить. В прошлый раз я пнула вот это. Давай серебристое. Okay. Now warm it like this. Загадываем желание. Желание? Да. Yeah. Put to your heart, close your eyes and make a wish. Так, прижми к сердцу и загадай желание. Давай. Is the heart one? I put inside. Ага. And smooth. You want more? Yes. It's, but not this more. This one normal. It's normal. It's. Yeah. Okay. Yeah. Все. Because it put more. Ага. Yeah. А то будет твердый такой как каменный. Yeah.
Для этой лягушки можно выбрать любую одежду. Я не знаю, Алиса будет выбирать или нет. Ну, вот, вот такой костюмчик, например, можно выбрать. Или вот такой. Можно сердце. Оно одевается как рюкзак. Видите, разные такие приколюшки. Кстати, вот имейте в виду, свои игрушки мягкое можно сшить такое сердце, которое будет одеваться как рюкзачок. Ну, это выглядит прикольно, очень интересно. Также еду можно купить, вот такие миски. Так, что хочешь? А ты мальчик или девочка? You can put clothes, mom, all here. Ага, окей. Okay. Ну что, это мальчик у тебя, boy or girl? Boy. О, boy, даже кровать есть, смотрите. Кровать? Кровать даже есть. О, Алиса, смотри. Это что-то набор каких-то яиц, но это нам не надо, наверное. А, кресло. Мы как это повезем-то? А, это bed, это кровать, да? Ага, and how much? This one, 125. Что, ты хочешь такое? 100. Вот. Лучший братик написано, лучший братик. Лучший папа навсегда. Снизу смотри, вот смотри, черное-красное. Ой. Ну, слишком со скелетами. Вот черная просто есть. Смотри, Алис, просто черная. Такой костюм? Точно? Да. Нет. Возьми ему черную футболку. С черными будет круто. Какая черная? Вот, просто черная футболка снизу. Может, вот. Футболку? Давай. Берем? Нет. Круто будет. Все? Но шортов я не вижу. You have shorts? Here only one. Ага. Ага, вот. О, давай. А только здесь дырка сзади, у него нет хвостика. Ну и что? Ну, в любом случае, это для всех одинаково, Алиса. Если не хочешь зашить, можешь. It's the tail, but because this one not tail, а, okay. Да-да, у него нет хвостика. But this one is okay, like ну, this этот, вот дырка. Нормально? Yeah. Так, или шорты? Без шортов. Нет, у себя прикольно. This, this and this. Все? Что, может, дырочка будет зашита и все? Алис, давай побыстрее, мы уже вот все. Итак, какую футболку? Вот эту брать. Вот эту возьмем? Нет, мы берем это. Белую или эту? Белую. Так, сейчас нам оденут нашего лягушонка. Алиса не может остановиться, еще что-то выбирает. Щеточку. Любимая, у тебя есть такие щеточки, зайчик ты мой. А какую щетку выбрать, да? Так, ребят, в общем, Алиса выбрала вот такую расческу и паспорт. Для этой лягушки паспорт, представляете? А футболка классная, там можно менять месяца. Там один месяц, два месяца, три месяца. Вот такие вот труселя, боксеры и обувь. Тетя все любезно нам помогает одеть. Надеть на него. Вот так, видите? Какой он хорошенький, да? Маленький принц, ребят. Деткам здесь нравится, потому что здесь можно и поиграть, и аниматоров много всегда. Смотрите, они тут и с машинками играют. О, боже мой. Все, ребят, мы торопимся на наш трансфер, потому что мы с Таней договорились, что встретимся в 6 часов около магазина Gap или Guess. Я не помню. Gap. Поэтому мы никого не будем подводить. Мы уже торопимся, бежим. Алисия, Алиса, поскорее, зая моя. Виталий с нами не поедет? Не знаю. Слушайте, вам, наверное, интересно, да, сколько вышла эта лягушка? В общем, с одеждой 359 дирхам. С одеждой, с паспортом. Ой, как красиво! Granny Waffles. Но мы сейчас не будем, Алис, мы уже купим в отеле.
Мы все-таки тут в отеле, да, Леш, купим чемодан? Аль-халяб, аль-халаб. Как доставка? Деливери? Деливери, аль-халаб. Наш любимый ресторан, ребята. Самая вкусная еда только здесь. Я не знаю, куда мы сможем. Боже мой. Леш, нам куда? Так, Леша спрашивает насчет доставки еды. Все, вниз едем. Проходим мимо фонтанов и спускаемся вниз. Алис, смотрим под ноги. Ребенок, ты доволен сегодня? Да. Конечно, я тоже был доволен. Что нужно родителям сказать? Я доволен, спасибо. Спасибо, я доволен. А? Ребенок. Так, давай, это вот, мы были на second floor, это first floor, а нам это надо еще ниже, на ground floor. Нам еще ниже нужно, да? Я не потеряю, я держу. Как назвали-то? Вайлет? Я знаю. Алиса? Надо еще найти, где этот гэп, у меня навигатор с ума сошел, не работает. Найдем, найдем. Ну все, мы нашли Grand Parking One. Сейчас мы переходим. Сейчас зайдем, и нам нужно будет найти свой автобус. Ну что, пахнет? Да. Отлично. Все, ребят, мы уже в нашем автобусе. Огромный такой шаттл. Я хочу придумать какое-то свое имя. Да. Канал Тани называется Танюшка Лайфблог. Мы с Алисочкой сели смотреть. Ребят, проезжаем Бурдж-Халифа. Вот Бурдж-Халифа. Живон Бурдж-Халифа? Нет, это не Бурдж-Халифа. Таня, а где Бурдж-Халифа? Вот он. А нет. Это не он, вот здесь, да, Бурдж-Халифа? Короче, ребят, мы проезжаем Бурдж-Халифа, но в этот раз мы не будем его посещать, потому что мы были уже на всех этажах и в самых-самых крутых лаунжах на самом высоком этаже. Видео у нас есть на канале. Поэтому мы в Бурдж-Халифа в этот раз точно не пойдем. Еще не успели еще соскучиться. О, все горит красным цветом, смотрите. Как соскучимся, так приедем. Хотя Алиса хотела, да? Алиса, ты хотела? Ты хотела, да, на Бурдж-Халифа? Да. Шейхи идут. Вот люди, видите, обычно одеваются, как я. Штанишки, футболочка, рюкзачок. Туристы вот так одеваются. Ничего особенного. Главное, чтобы было удобно. А то мне в комментариях там написали. То не так, это не так. Я что, не знаю, что ли, как одеваться, когда едешь за границу? Первый раз, что ли? Башни. Да, эти башни. Ну все, ребят, мы уже в номере укладываемся спать. Алиса сегодня будет со своим лягусоночком. У него здесь такие... Ой, дотянуться... У него такие лапочки сладенькие. Такие сладенькие-сладенькие. Ну все, ложимся спать.